Приветствую вас на канале Час Ремонта. В этом обзоре расскажу про водонагреватель Electrolux EWH30 Smart Inverter. Подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок, ее оставлю в описании. Буду рад вашей поддержке, комментируйте видео и ставьте лайки. Electrolux EWH30 Smart Inverter – накопительный водонагреватель с внутренним баком из нержавеющей стали и с инверторным управлением. Объем рассчитан на одного пользователя при среднем расходе. Все приборы серии сделаны в России с применением самых передовых технологий на современном оборудовании и имеют премиальную гарантию на внутренние баки 8 лет. Водонагреватели серии универсальны, при монтаже их можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально, что открывает большие возможности для выбора подходящего места в помещении. Благодаря современной плоской форме и компактным размерам водонагреватели несложно разместить в любом малогабаритном помещении. Также вы можете изменить и ориентацию дисплея, устанавливая его либо вертикально, либо горизонтально. Технология Digital Inverter – уникальная технология, впервые реализованная в водонагревателях, направлена на снижение нагрузки на электронную сеть и тены благодаря автоматическому изменению мощности тенов. Другими словами, тены сами подстраиваются и подогревают воду внутри водонагревателя на такой мощности, которая в данный отрезок времени объективно необходима. Благодаря этой технологии экономится и электроэнергия, и ресурс работы нагревательных элементов, так как тены больше не работают на полную, когда это не нужно. Технология Smart Memory – это технология запоминаний привычек пользователя. После первых 7 дней знакомства водонагревателя с вашими привычками вы можете больше не задумываться об управлении водонагревателем. Прибор на основе вашего использования до этого составит алгоритм, по которому в дальнейшем будет работать. Он сам решит, когда ему необходимо подготовить для вас горячую воду. Водонагреватели серии оснащены активным анодом – электронным анодом. Анод представляет собой титановый стержень и обеспечивает защиту от коррозии всегда, когда водонагреватель подключен к сети электропитания. Электронный анод не требует замены, ежегодного сервисного обслуживания и увеличивает защиту внутренних стенок водонагревателя от коррозии в десятки раз. Арсокет разъем для Bluetooth Sound. Smart Inverter совместим беспроводной портативной колонкой Electrolux Mini Beat. Подключение к Wi-Fi дает возможность удаленного управления нагревом воды из любой точки мира. Это позволит не только нагреть воду к вашему приходу до необходимой температуры, но и значительно сэкономить затраты на электроэнергию. Система сухих тенов X-Heat – это система, при которой нагревательные элементы не имеют прямого контакта с водой. Тены располагаются в специальных металлических кожухах, закрепленных на фланце в нижней части бака, что ограничивает образование накипи на тенах и значительно увеличивает ресурс их работы. Система профессиональной антибактериальной обработки воды – Bacteria Stop System. Цикл термических обработок – нагрев до 70 градусов Цельсия воды внутри водонагревателя, при которых погибают вегетативные формы микроорганизмов, находящиеся в воде и активно размножающиеся при долгом неиспользовании прибора. Режим антизамерзания – автоматическое поддержание температуры в баке не ниже плюс 4 градуса Цельсия. EWH Smart Inverter имеет многоступенчатую систему безопасности. Специальный термостат не дает воде нагреться выше 75 градусов Цельсия. Предохранительный сливной клапан уберегает прибор от избыточного давления, а устройство защитного отключения на электрическом кабеле от утечки электричества. Innox Plus Technology. Внутренний бак изготовлен из высококачественной нержавеющей стали с высоким содержанием антикоррозийных легирующих элементов, таких как хром и никель. Сталь с такими характеристиками более устойчива к коррозии и технологична при обработке, что обеспечивает долговечность и высокую надежность работы водонагревателей. Технология Auto-Argon Welding. При производстве внутренних баков водонагревателя применяется полностью автоматическая аргонная сварка нового поколения, что позволяет полностью избежать дефектов, связанных с ручным производством. Гарантирует безупречное качество сварочных швов и коррозийную стойкость в период эксплуатации. Каждый водонагреватель проходит детальное тестирование после производства, что обеспечивает высокое качество и безупречную работу приборов на долгие годы. Теперь в водонагревателях Electrolux предусмотрена возможность установки таймера или отложенного нагрева. Прибор самостоятельно рассчитывает время нагрева воды по настройкам пользователя. Включится заблаговременно и начнет нагрев.
Просто установите время, к которому вам потребуется горячая вода. На панели управления можно выбрать функцию половинной мощности. Она позволяет экономить электроэнергию и использовать прибор в помещениях с ограниченной мощностью сети, например, на даче. Установив полную мощность, включается функция быстрого нагрева до заданной температуры. С помощью ручки, регулировки и LED-дисплея вы можете установить необходимую температуру нагрева с точностью до 1 градуса Цельсия. Во время нагрева на LED-дисплее будет отображаться текущая температура внутри водонагревателя. В модели EWH Smart Inverter есть функция эко-режима, при котором вода будет нагреваться до температуры около 55 градусов Цельсия. При такой температуре повышается рабочий ресурс ТЭНа, происходит обеззараживание воды и практически не образуется накипь. Для эффективной теплоизоляции приборов использован 35-миллиметровый слой вспененного полиуретана CFC-free, экологически чистого материала, который заполняется по особой технологии под высоким давлением. Он безопасен для окружающей среды и здоровья людей, обладает прекрасными теплоизолирующими свойствами и сводит теплые потери и высокие энергозатраты к минимуму. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты. Сейчас поделюсь с вами. Начну с отрицательных. Потек после второго использования. Ошибка И1. Теперь перейдем к положительным. Красивый дизайн. Можно включать с приложения. Стильный, прост в установке. Бесшумная работа. Продолжительное сохранение тепла. Цифровая индикация температуры. Часы. Отслеживание и управление через интернет. Современный, технологичный. Обратная связь важна для меня, поэтому поддерживайте канал лайками и комментариями. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале Час ремонта.